приближаются новогодние праздники, а вместе с тем и прогнозируемый торговый ажиотаж. Необходимо сделать все, чтобы посещение магазинов было безопасным. Важно предотвратить скачкообразный рост заболеваемости под Новый год, способный повлечь новые сдерживающие меры. Также на заседании разговор шел о росте цен на стройматериалы. В связи с этим правительство разрешило подрядчикам изменять стоимость госконтрактов. Решение об этом будет принимать специальная рабочая группа. При этом, как пояснил глава регионального Минстроя Михаил Волков, изменение условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены больше, чем на 30%.